нас снова пришла зима. Нападал снег, а на улице так холодно, холодно, холодно. Вот моя рассада растет, цветет и зеленеет. Вот. Всем привет! Обзор моей комнаты сделаю, что-то посмотрела у другого блогера. Мне так понравилось. Мои цветочки временно перешли на комод. Вот у меня роза, которую тля жрет. Вот я ее весну высажу. Это садовая роза. Вот она такая большая. Это я ее черенковала, она не дала корни. А это у меня с Нового года. Это я ее пробовала отодрать, так что-то не получилось. Ну, она висит. А это мои спицы. На самом видном месте. Ой, как же их снять-то. Вот так, что ли? Вот они так висят, 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 висят. Я сегодня в лотер ничего не делал. Комодик. У меня тут выводятся мои птенчики. Еще немножко. Ой, я одной рукой не могу поднять. Ладно. Когда выведутся, потом покажу. Так они у меня тут стоят. Мне фонарики ночью я их переворачиваю. Это мое дерево. Дерево, мое дерево. Перекантовало оно меня сюда, на столик перешел. Вот такое хорошее мое дерево. Я его делала сама. Теперь что-то мне так поднадоело хорошенько. Надо, наверное, что-то другое придумать. Чтобы украсить шар. А это что-то там кукла такая, не знаю, то ли это малюнок, то ли что. Это, наверное, висит. А я снимаю. Тебя хочешь снимать? С Нового года висит. У нас оно второй год уже висит. Почему второй? Третий? Даже третий. Вот парик у нас тут такой. Вот. Это мой как трюляж. Трюляж, по-моему, это называется. Такой беспорядочек небольшой. Я очень люблю цветы. Ну, стоят искусственные, конечно. Живые деньги, конечно, на платеже мне летом растет. А, это правило. Сегодня тетя купалась, а таким мы пушистым подстригла. Ну, допустим, ну, шариком пушистый весь. Ну, как же, ребята, у нас на улице грязно. Я его пускаю, он здесь грязный. Лягушоночек, вот смотрите, у всех собака глазки, вот это как лягушки на глазки.
как он лапчет, ой, как он чипит, ой, как он обмывается. Ой, смотри, как прыгает, какая. Я держу руку, так что могу быть вытянутой. Хорошо. Мы сидим, музыку слушаем. Ой, это моя дочь решила здесь поужинать. Она рядышком сидит, но она защищает свои права. Не хочет сниматься. Тоже руки, тоже моя хорошая, красивая рука. Маникюр бы сегодня она сделала. Ой, а ты там пипнул такую? Где? А это как открытка. Это руки, ты не маникюр, а ты руки. А, это открытка. Нет, все хорошо, все хорошо.